так хорошо. Тихо, спокойно. Доброе утро. Безлюдно, доброе утро. Кофе уже 2 раза подогревала. Ольга и Аркадий звонили. Из Парижа добрались нормально. А я не стала вас будить. Правильно. У них активный отдых. У нас пассивный. Кофе я буду пить в постели. Пока донесете, остынет. Можно подумать, он сейчас горячий. Ой. Одна, совсем одна. Так, сегодня целый день я буду лежать в кровати и читать детективы. Кто со мной? Собаки. Со мной? Можно сказать, что вас нет? Поздно. Это нужно было говорить при моем рождении. Алло. Наташка! Здравствуй, как мои дети? Долетели успешно? У меня все в порядке. Наслаждаюсь тишиной, покоем, блаженством. Как ты? Прекрасно. Слушай, наконец-то моими романами заинтересовались в России. Правда, японцы их уже опередили. Да? Ты нашла издателя в России? А меня с ними Базиль Корзинкин познакомил. Ты помнишь Базилию Сюзет? Ага. Ну вот. Дашенька, я хочу тебя попросить об одном деле. Ты могла бы к этому издателю заехать и подписать за меня кое-какие бумаги? А я на тебя доверенность выписала и с Базилием передала. У него какой-то бизнес с этим издателем. Он в Москве сейчас торчит. Базиль в Москве? Но обязательно навещу. Адрес скажешь? Ага. Ну все, пока, целую. Нет, нет, этого не может быть, нет. Мы же никого не ждем. Открывай. Здрасте. Я ваша тетя с Харькова. Буду у вас жить. Кто вы? Я дочь сестры матери Ляли. Второй жены первого мужа Лены. Супруги вашего третьего мужа Филиппа. Филипп? А, да. Очень похожи. На Филю? На мою тетю. Да вы не беспокойтесь. Я у вас недолго проживу. Я вот только замуж выйду и все. Сразу уеду. Куда мы все-таки едем, а? Халя, не волнуйся. Маршрут отработан на десятках родственников. Сначала Третьяковская галерея, потом Храм Христа Спасителя, Красная площадь. Ну а вечером Большой театр или Малый театр, или какое-нибудь развлекательное заведение, в зависимости от возраста. Спасибо вам большое. А я уже хотела было испугаться. Думаю, схватили, повезли куда-то. Да что ты. Слушай, а почему ты вздумала мужа в Москве искать? Ой, да мне все равно. Просто вы так удачно женили Филиного брата, Геру. И Фили мне говорит, поезжай к Даше, она уже 4 раза замуж выходила. И каждый раз удачно. Прелестно. Ну ладно, сейчас будем звонить. Здравствуйте, мне полковника Дегтярева Александра Михайловича, можно? Васильева Дарья Ивановна. Ну, а теперь приготовьте мне отчеты по административным округам. Александр Михайлович, вас говорят срочно. Да, слушаю. Александр Михайлович, здравствуй. Саш, мне нужна твоя помощь. Скажи мне, у вас наверняка в вашем учреждении есть симпатичные, холостые сотрудники. Мне очень нужно, Саш. Извините, Дарья Ивановна, у меня совещание. Суть вопроса мне ясна. Наверное. Я вам обязательно перезвоню.
Ну что, продолжим? Ну, видимо, он неправильно меня понял. Ну что, будем работать дальше. Ой, Дарья Ивановна, я вас прошу, не делайте больше ничего. Я у вас поживу пару дней, если можно. И поеду домой, скажу, что опять ничего не вышло, лишь бы уже мама ко мне не цеплялась. Это что у нас за пессимизм такой, а? Это у кого ничего не вышло? Это чтобы у меня ничего не вышло? Галя! Да я не про вас, я про себя. Вот, сразу видно, заниженная самооценка. Если ты сама себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Господи, да за что мне себя любить-то? За все, Галь, за все! Такая красавица. Так, едем с тобой лечиться. От чего? От депрессии, Галя. Сейчас мы с тобой поедем в салон, а вечером нас будет ждать самая приятная оздоровительная процедура. Чай с пирожными. Ой. А разве пирожными лечатся? Еще как! Только не все они помогают. А какие же помогают? Самые любимые. Садись. Ленечка. Ой, Дашенька Ивановна, мое солнце! Вот тебе моя Галочка. На тебя вся надежда. Да. Сделай все, Даш... что можешь. Я Дашенька... спешу. Потом. Ну и что? Опять из деревенской клуни инженю пипи делать? Дяденька, не ругайтесь, пожалуйста. Господи, оно еще и разговаривает. Дитё, помолчи, думать мешаешь. Что, укололась? Простите, а ваша фамилия не Михельсон, случайно? Что? Я говорю, фамилия не Михельсон. А что? А у нас в Харькове есть парикмахер по фамилии Михельсон. Цирюльник, угу. Ну... Вроде вас такой стилист, вот, и руками вот так вот тоже делает. Я у него была один раз, только берет очень дорого. Подражатели, жалкие эпигоны, ни вкуса, ни гармонии. Нахватались приемчиков и лезут, отбоя от них нет. Алло. Да. Ну, солнце мое, конечно, приходи. Да не вопрос, в любое время. Да, целую. У-у-у. Так, на чем остановились? На Михельсоне. Да какой Михельсон? Что делать-то с тобой? А может, челочку? Челочку? Угу. Здесь нужна мезотерапия, колонотерапия, иглотерапия. Стоун-терапия, миостимуляция, фотоэпиляция, лазерная коррекция, Restylane, ботокс, все что угодно, турбосолярий, протезирование, милирование, тонирование. И то, я думаю, без хирургического вмешательства навряд ли обойтись. А можно попробовать без творческого экстремизма? Без экстремизма? Тогда челочку. Но это вам будет дорого стоить. Вот и Михельсон так же говорит. Алло. Алло, Наташка, это я. Почти приехала. Почему ты думаешь, что я скупила все пирожные по дороге? Просто опять девушку замуж выдаю. Очередную родственницу. Наташ, я подхожу к издательству, напомни, как директора зовут.
Никитин Алексей Иванович? Да. Доверенность у Базилия Корзинкина, ясно? Я тебе перезвоню. Ага, пока. Угу, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу издательство «Свеча». Мне дали этот адрес, но, возможно, я ошиблась. Да никакой ошибки, это здесь заходите. Присаживайте. Так это издательство. Я, правда сказать, немного по-другому представляла. Я вас понимаю. Но видите ли, мы издаем интеллектуальную литературу. А интеллект, он, знаете ли, никогда не приносит прибыли. Не то, что какие-то там детективы. А я люблю детективы. Да? А что ж вы тогда здесь ищете? Мне нужен ваш директор, Никитин Алексей Иванович. Так я сама его жду. Обещал быть утром, но куда-то пропал, и, знаете, и телефон не отвечает. Так что же, он что, может сегодня не появиться? Вы знаете, начальство у нас, оно не опаздывает, оно задерживается. Начальство у нас не болтает по телефону, оно ведет важные переговоры. И еще, начальство не может не появиться на работе, оно может временно отсутствовать по уважительной причине. Вот так вот. Да, я немножко подзабыла. У меня давно не было начальника. Ну хорошо, я завтра позвоню, договорюсь о встрече. До свидания. До свидания. Ну, кто это? Да кто ж я? Галя с Харькова. Нет, меня обманули. Но я тебя знаю. Ты топ-модель из Парижа. Ты мисс Вселенная. Меня Дарья Ивановна привела. Васильева. Ты моя Галатея. Кто это? Красавица! Да это ж я, Галя! Ой, неужели? Ленечка, ты гений, бог, Моцарт. Что вы, Дашенька Ивановна, вы меня балуете. Только ради вас, только ради вас. И еще, Дашенька Ивановна, вы когда там пойдете расплачиваться, вы не удивляйтесь, я включил в счет наценку за повышенную трудность, двойной тариф за покраску и глубокий массаж по категории люкс. Я не испугаюсь. И еще, Дашенька Ивановна, для окончательной целостности образа было бы очень неплохо поработать над костюмом. Для вас, как для постоянных клиентов, особая скидка. Спасибо. Пошли? Костюмом мы займемся сами. Пока. Спасибо. Могу себе представить этот костюм. А может, не надо? Это ж все так дорого. Не думай об этом. Ой, я даже не знаю, когда смогу отдать. Не надо ничего отдавать. Я могу для тебя сделать что-то приятное. Но чем же мне вас отблагодарить? Улыбайся почаще. Тебе очень уйдет улыбка. Чем будете платить? Карточкой, наличными? Галечка, посиди в машине, пожалуйста, ладно? Вот тебе ключи. До свидания. Всего доброго. Карточкой. Симпатичная у вас подружка. Ну, она не совсем подружка. Да-да,
Я понимаю, вы не стесняйтесь. Я уважаю тех, кто борется за свою любовь наперекор общественным мнениям. Да вы что такое говорите? Насмотрелись грязных передач по телевидению. А вам в голову не приходит, что можно просто бескорыстно помочь своей дальней родственнице? Простите, но это как-то противоестественно. Вы так считаете? Спасибо. Бескорыстно, родственница. Дикость какая. Человек из Харькова. Когда? Ну, недавно. Несколько минут назад. Да... Ты... Да... Да где вы воспитывались? Куда ты ходила, Галя? А я тут такие книжки в переходе интересные нашла. Французские каникулы, легкий флирт с тяжкими последствиями, потом тут затерянные в тайге, любовь в джунглях и вообще всякое про любовь. Ты знаешь, что должна женщина делать ночью? Спать, спать. В крайнем случае читать детективы. Ты пошла гулять одна по Москве. Это ж тебе не Харьков. А что Харьков? Харьков тоже не тайга, между прочим. Харьков не тайга, и Москва не тайга. Москва хуже тайги. Обещай мне, что одна больше не будешь никуда выходить. Обещаешь? А с кем мне, по-вашему, ходить? Мужа найдем. С ним и будешь ходить. Обязательно найдем. Я тебе обещала. Ничего, Галя. Я сейчас позвоню своим подругам. От женихов отбою не будет. Ой, мне прямо даже неловко. Вы столько для меня сделали, я даже не знаю, как вас благодарить. Пригласите. Добрый вечер. А где наши пирожные? Ой, кисонька! Здрасте, Алексей Георгиевич. Какой хорошенький. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Мы торопимся. Мы к вам еще заглянем. Ждем. Хорошенький какой. Вот пирожные почти целые. Понимаю. Ты навряд ли захочешь их есть, когда на них лежал незнакомый труп. Тебе было бы приятнее, если бы на них лежал знакомый труп. Ух, эти мне женские капризы. И все-таки, душа моя, скажи мне, откуда у тебя в багажнике взялся труп? Единственное, что я тебе могу сказать,
что я его туда не засовывала. Александр Михайлович, а? Александр, нашли у него. Ну, это... Все, Женя. Никитин Алексей Иванович, генеральный директор издательства «Свеча». Ты что, с ним знакома? Теперь можно сказать, что да. Наташенька, это я. Ну, к сожалению, я не смогу поговорить с этим издателем. Нет, завтра тоже не смогу. Ой, да ладно, Даш, неважно, бумаги подождут. У нас вот тут Базиль пропал. Как пропал? Взял да пропал. Он обычно Сьюзан звонит 2 раза в день, у них ведь недавно дочка родилась. А тут со вчерашнего утра ни слуха, ни духа. Да, и телефон не отвечает. Слушай, может быть, этот Никитин знает, где Базиль? Да даже если он и что-то знает, то не скажет. Его убили. Александр Михайлович, ты понимаешь, дело в том, что вскрылись новые обстоятельства этого дела. Пропал мой друг из Франции, Базиль Корзинкин. Ну как пропал? С утра не звонит домой. Ну нет, не загулял. Ты его не знаешь. Не ерунда. Он приехал к издателю Никитину. Я думаю, что 2 этих обстоятельства связаны между собой. Я не лезу не в свое дело. И не мешаю ведению следствия. Угу. Угу. Спасибо. До свидания. Ну, что он сказал? Сказал. Что сказал? Сказал, что по закону, если Базиль не появится в течение 3 дней, лишь тогда родственники смогут подать заявление в иностранный отдел. И дело будет рассматриваться в порядке очереди за это время. Может, все что угодно произойти. Ты что-то задумала? Нет, я не задумала, но я... думаю, что как-то странно, если Базиль и Никитин связаны между собой. Один из них убит, а другой пропал. Мам, даже не вздумай, а то опять попадешь в какую-нибудь опасную историю, как обычно. Ну, я не собираюсь никуда ввязываться. Я просто поеду в редакцию и постараюсь выяснить координаты Базиля. Холодный. Мама. Для этого существует милиция. Ага, милиция. А пока я должна сидеть сложа руки и ждать, пока какой-то очередной труп появится у меня в автомобиле. Ну вот, я так и знала. Мы никого не ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна Даша. Это я. А я Миша. Ваш адрес мне дала ваша подруга Оксана. Она сказала, что я могу у вас пожить недолго. Я вообще-то человек тихий, математик. Не пью, не курю. Случайных женщин не привожу. А это вам пирожные к чаю, мои любимые. Спасибо большое, Ирочка, возьми. Ну что же, Миша, добро пожаловать в наш цветник. Да, действительно, красивый у вас цветник. А у меня был пожар, что вы? Поэтому мне и негде жить. А из-за чего пожар-то? Из-за принимашину времени она у вас взорвалась? Да нет, яичницу жарил. А это новая мода, да, ботинки из разных пар? Ух ты! Да, действительно.
Да как ничего же это так, а? Страшного. Пожалуйста, проходите к чаю. Угу. Ой, спасибо. Проходите к чаю. Пожалуйста, Михаил, не стесняйтесь. Спасибо. Спасибо, Ирочка. Хороший дом. Галечка. Михаил, здравствуйте. Вот. С чем? Вкусное. Добрый вечер. Я вот по-соседски решил зайти просто так чайку попить. Не возражаете, Даша? Здрасте, здрасте, Алексей Георгиевич. Конечно, не возражаю. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вот сюда присаживайтесь. Ирочка, дай чистую чашечку. Даша, вы меня не представите вашей замечательной гости. Конечно. Это Галя, моя дальняя родственница. Дарья Ивановна, моя племянница. Да что вы? Михаил, наш новый знакомый. День какой-то был сегодня сложный. Да. Бури магнитные. Алексей Георгиевич, вы нам не расскажете что-нибудь смешное? Да я не специалист по смешному. Не знаю, может быть, анекдот? Да. Мне сегодня рассказали смешной анекдот. Да. Женщина открывает багажник, а там труп. Нет, мы это знаем. Я же вам сказал, что я не специалист. Миша! Миша! А вы расскажите, как вам удалось из-за вашей яичницы свою квартиру поджечь? Ну, как? Это не в первый раз. В прошлый раз я решил попить чайку, залил 3 этажа. А где же была ваша домработница? Ну, видите ли, в силу объективных причин у меня нет домработницы. Ну, я думаю, тут вы не совсем правы. Конечно, среди домработниц встречаются не совсем положительные личности, но это не повод чернить их профсоюз. Я бы вот свою жену никогда бы не заставил вести хозяйство. Да и потом как-то ужинать в ресторане каждый день. Как-то это не сладко. Закажите десерт. Будет сладко. Простите, если я задел вашу закрытую тему. Да нет, ничего закрытого. Тема зарплат научных работников абсолютно открыта для обсуждения. Толку-то? А я вот тоже не люблю ресторанов. Денег гребут кучи, а душевности никакой. То ли дело дома. Пирогов напечешь, компота наваришь. Красотища! О, тут веселая компания. Александр Михайлович! Как ты вовремя. Здравствуйте. Снова мы. А вы знаете, Алексей Иванович так и не появлялся со вчерашнего. Валерия Григорьевна, извините, милочка, спасайте. Анна. Моя жизнь в ваших руках, только Анна. Вы. Только вы можете меня спасти. Анна, ваш аванс вы уже получили. Ну, попробуйте представить себя на моем месте. Ну что вы, ну что вы, как я могу представить себя на вашем месте? Вы что, вы поэт, творец, а я всего лишь скромный редактор.
когда я имею честь говорить лично с господином Никитиным. Да? А вот девушка тоже его ждет. Ну, собственно, меня бы устроил и Базиль Корзинкин. Корзинкин? Не знаю такого имени. Как не знаете? Это же партнер Алексея Ивановича. Француз. Не знаю такого имени, Корзинкин. Зато я знаю. И советую вам, милочка, держаться от него подальше. Это страшный и бесчестный человек. Да, подождите, извините, подождите. Да, подождите, пожалуйста, постойте. Но мне показалось, что вы испытываете некоторые материальные затруднения. Я могла бы вам помочь. А нет, я не могу. Займы, ненадолго. А я отдам. Мне обещали процент из прибыли моих стихов. Ну да, конечно. Вы скоро разбогатеете, процент от прибыли. А я вас могу угостить кофе? С булочкой. Давайте. Спасибо. Так вы действительно были знакомы с Базилием Корзинкиным? Знакома? Я собиралась выйти за него замуж. Но ведь он... Что? И вы тоже? Поздравляю, коллега. Можно ли пояснее? Куда яснее, милочка? В одни сомнений, в одни тягостных раздумий я решилась на нравственное самоубийство. Выйти замуж за иностранца. Знаете, надоели мне все эти неблагодарные читатели, жестокие издатели. Я думаю, а буду борщ варить какому-нибудь макароннику там или лягушатнику. Какая разница? Собрала свои последние деньги и обратилась в агентство. Гименей называется. Как же еще называться брачному агентству? Конечно, Гименей, да. Так вот, не проходит неделя, он звонит. А почему вы решили, что это Базиль? Кто еще? Он мне паспорт показал. Настоящий француз. Ален Тюрей. Я ничего не понимаю. Ну хорошо, дальше. Дальше, как обычно. Ресторан, зеркала, эти самые, хрусталь. На столе омары, трюфеля, шампанское. Дом Периньон. Дом Периньон? Но Базиль не пьет шампанское. Все правильно. Шампанское пила я. Пила-пила. Пила-пила. Как водится, мне захотелось выйти в дамскую комнату. Когда я вернулась, моего кавалера след простыл. И меня поджидал метрдотель с километровым счетом. Какой ужас. Кошмар. Как вы поступили? Спрашивайте. Мне так стыдно никогда не было. Даже когда в детском саду в кровати описывалась. Добрый. Я из отдела по борьбе с особо опасными преступлениями. Садитесь. Ага, да, смотреть на меня, отвечать четко, внятно, быстро. Простите, а у вас есть какой-нибудь документ? Естественно, есть. Что вы думаете, я сюда развлекаться пришла? Мы расследуем дело международного масштаба. Координаты Базиля Корзинкина, француза. Быстро. На стол. Мы координаты мужчин не берем. Только у женщин. Ха. Это почему же? Ну, потому что мужчин, которые хотят жениться, мало. Тем более мы работаем с особо ценными экземплярами, иностранцами. У нас мужчины выбирают женщин, а не наоборот. Понятно. Значит, завтра ждите комиссию из фракции «Женщины России». На улице феминизм. А они тут вот что развели. Прошу, ради бога, простите, мы больше не будем. Хотите, мы без очереди вам
жениха подберем. Есть очень интересный немец. Совершенно свежий. Немедленно координаты женщин, которых выбрал Базиль Корзинкин, на стол. Я и так с вами кучу времени потеряла. Да-да-да. Базиль Корзинкин, пожалуйста. Благодарю. И еще координаты директрисы вашего агентства. Вот. Или хозяина. Пожалуйста. Крылова Лолита Егоровна, вы очень помогли следствию. Ждите комиссию. Алло, Лолита Егоровна, к нам тут из-за дела по особо важным расследованиям приходили. Что, документы? А, да, конечно, 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 спросил. Вы что, меня за дурачка считаете? Беспокоит. Вы не подскажете, как нам найти господина Корзинкина? А то его мобильный телефон не отвечает. Что вы говорите? Он у вас? Драгоценность. Осторожно, присаживайтесь, успокойтесь. У вас есть чего-нибудь? Ну, какая-нибудь водичка, лекарство, что-нибудь да, есть? Водичка. Давайте. Водичка. Сейчас. Покапаем. Успокойтесь. Ну, подумаешь, украли драгоценность. Наживное. Еще смеяться будете. Ну, знаете, я так не думаю. Но если бы я была на вашем месте, а вы на моем, вы говорили бы мне то же самое. Вот выпейте, выпейте. Ну, все, успокойтесь. Все, все, все. О, все.
Я могу убрать? Ау! Добрый вечер. А где все? Добрый вечер. А где все? Ой. Очень интересно. Но требует доказательств. Ага. Ой, извините. Я вас не заметил. Вы что-то сказали? Я сказала добрый вечер. А где все? Все? Угу. А что, в доме еще кто-то есть? Вы не обращайте внимания, я когда читаю детективы, тоже ничего не замечаю вокруг. А, детективы. А что, это так же занимательно? Ты моя собака. Ты не собака, а какая-то диванная подушка. Привет. Моя воспитанная собака. Привет, доченька. А что ты так плохо выглядишь? Не заболела? Да ну, у меня контрольная работа по алгебре, я не в зуб ногой. Не переживай, для девушки это не самое важное. Мам, ты отстала от жизни. В Америке за такие слова на тебя бы подали в суд. Что значит для девушки? Девушки что, по-твоему, глупее? Нет, девушки гораздо умнее, потому что не забивают себе голову всякой ерундой. Угу. Они как Галя, лишь бы только замуж выйти поскорее. Слушай, а где Галя? Не знаю, в спальне, наверное. Да? Галя! Галя! Да? Галя, что ты здесь делаешь? Вы же сами мне разрешили пожить в этой комнате. А теперь что, гоните? Я тебя спрашиваю, что ты здесь делаешь на кровати? Почему ты не с Мишей? Да мне неудобно. Что человек подумает? Он подумает, какая красивая, симпатичная, молодая женщина. Хорошо бы с ней познакомиться поближе. Куда, Галь? Вот так? Тапочки. Сиди здесь. Вы хотите сказать, что вы там все понимаете? Вы хотите сказать, что вы здесь все понимаете? Здесь? Да. Разумеется. Ну тогда пошли. Пойдемте, пойдемте. Понимаете, да? Вот. Вот. Так. Все. Тщательно. Прелесть. Дышать не могу. А тебе дышать не надо. Тебе надо улыбаться. Пошли. Какая красота! Что ли? Ей-богу. Мамочка, Миша гений, я все поняла. Видишь, гений. Thank you.
может быть, вы выпали из паспорта, который я забрала у лже-Базиля. А паспорт был в сумке. Тогда чья же это сумка? Так, предложенные варианты. Калмыкова Анна, поэтесса. Ну, понятно, это мы знаем. Венедиктова Зоя тоже знаем. Здравствуйте. Вы Майя Колосова? Да. Можно? Да. Я так и знала. Вы из милиции? Нет, вы ошиблись. Неправда. Из милиции. Это все из-за нее? Так это ваша сумка? Нет. Я ее украла. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Майя Колосова? Да. Можно? Да. Я так и знала. Вы из милиции? Нет, вы ошиблись. Неправда. Из милиции. Это все из-за нее? Так это ваша сумка. Нет. Я ее украла. Доктор, что это было? Головной обморок. И что делать? Как что? Кормить. До свидания. До свидания. Ну? Ах ты, маленькая моя. Тоже хочешь есть? Мы сейчас поищем. Да, не густо, вернее, пусто. Приятного аппетита. Вот кто? Служба спасения с биржи труда. Значит, вы не из милиции? Нет, я же сказала, не из милиции. Это откуда же у вас эта сумка? А это моя сумка. А у вас что, такая же? Да. Как глупо. Вы не расстраивайтесь, Майя. Вы все расскажите, и вам сразу станет легче. Хорошо. Понимаете, я по специальности ботаник. Но уже год как без работы. Мы с Кукой было совсем уже политухом. Но тут я случайно встретила свою бывшую одноклассницу. Она вышла замуж за банкира, и она предложила мне подработать у ее знакомых, там служанка собрала.
Я, правда, предупредила. Я сказала, что у меня со зрением не важно, а она так посмотрела на меня, засмеялась и сказала, что это даже хорошо. Что чем меньше я там вижу, тем лучше. Денег в сумке не было. А что было? Да, документы, косметичка. Я хотела было признаться во всем своей подруге. Но у меня сумку эту тоже украли. А у вас-то кто украл? Понимаете, у меня был день рождения. И эта моя подруга, Соня, она хотела сделать мне подарок. И от моего имени обратилась в одно... брачное агентство для иностранцев. Ну, чтобы я свою судьбу как-то устроила. И вскоре мне позвонил француз. Такой галантный. И он пришел ко мне в гости. Мы пили чай. А потом я очнулась. Его нет. В комнате все вверх дном. И сумка тоже пропала. А вот вы сказали, вашу подругу как зовут? Соня Рогова. Не может быть. Что? Соня Рогова? Да. Сонечка Рогова? Да. Какое счастье. А ее муж? Сергей Николаевич Рогов. Сереженька. Ну, конечно. Вы знаете, мы с Соней очень подружились. Мы вместе занимались на курсах флористики. Ну что? Вот. А потом я куда-то задевала ее телефон и думала, что никогда. У вас нет ли случайно адреса телефона? Конечно. Да вы что, какое стечение обстоятельств счастливо. Я так рада, что могу вам помочь. Так рада. Вы знаете, вы мне так помогли, и я буду очень... Соня Рогова, Соня Рогова. Вот. Соня Рогова, записывайте. Down.
Здрасте. Здрасте. А вы кто? Сестра Сергея Николаевича Рогова. А вы можете одеться, молодой человек? Да мне не холодно. Я закаленный. Как вас зовут? Лёша Гаврюшин. Ремонт Сонька делала. А что, я что ли? На гонорары от съемок? Смеетесь? Нет, плачу. Бедный, бедный. На двух работах трудишься. Не устаешь. И это не предел. Иди ты. Да вы заходите, чайку попьем, познакомимся поближе. Неужели? С Сонькой давно роман? Ну, давно, не давно, это не важно. А важно то, что она меня любит. Ой. Она сказала, что сейчас улаживает формальности по брачному контракту с Роговым, ну, с вашим братом. Ну и как только уладит, разведется и выйдет за меня замуж. Ага. Вернее, ты за нее. Да вы не думайте, я не из-за денег. Понятно. А из-за их количества. У меня, между прочим, тоже гордость есть. А Рогова вашего она вообще ненавидит. Подождите, а вы чего приходили-то? Спросить, как тебя зовут. Слушаю вас. Добрый день, я к Софье Николаевне. Как вас представить? Гаврюшина Надежда. Гаврюшина Надежда, Софья Николаевна. Проезжайте. Сонечка, я тебе привет от брата Лёшечки привезла. Да. Надюш, ты куда пропадала? Я уж успела соскучиться. Ты знаешь, я ведь дом решила перестроить. Хай-тек теперь не моден. Я решила все в стиле арт-нуво. Ты со мной в магазин не съездишь? Ты хочешь, чтобы я помогла тебе, да? Хорошо. Да, нужен твой безупречный вкус. Кто ты такая? Я же сказала. Сестра Лёши. Фотомонтаж. А Рогова вашего она вообще ненавидит. Придурок. Слушай, а почему так бывает в жизни, а? Вот если красивый мужик, то обязательно безмозглый. Ну, видимо, для того, чтобы умным и некрасивым было не так обидно. Ладно, сколько хочешь. Мне не нужны деньги. А что ж тебе нужно? Что находится там, куда возили Маю Колосову? Ты знаешь Маю? Я тебе этого не скажу, потому что этого говорить нельзя. Я скажу тебе, но ты об этом пожалеешь.
об этом больше не вижу. Будьте добры, водички. Чего? Возьмите водички, принесите. Воду дома из-под крана пейте, а здесь кафе ресторанного типа. Кофе принесите, пожалуйста. Да успокойтесь, Соня. Вот кофе выпейте, пожалуйста. Кофе тоже из-под крана наливали. Крепкий кофе вредно для здоровья. Если бы не мое бедственное материальное положение... Ваше бедственное материальное положение просто бросается в глаза. Да ты ничего не понимаешь. У меня нет ни копейки своей. Все чеки подписывает мой муж. Ну, почему, я не понимаю. Алёшенька очень любит дорогие вещи. Да. И когда Лола мне предложила... Предложила что? У Лолы дома элитный притон. Но таких ухоженных и нищих, как я, пруд пруди. Лола раньше была косметичкой, работала в дорогом салоне, а потом вышла замуж за очень приличного человека, издателя Никитина. Никитина? Значит, Лола была женой Никитина. Ай, да он никогда не вмешивается в ее дела, а он ей нужен для положения в обществе. А что же, он не знал, каким бизнесом занимается Лола? Ты ее не знаешь. Она так умеет втереться в доверие, такие связи налаживает. О ней-то толком никто ничего не знает. Но ты, сама того не замечая, выложишь ей все. А она этим пользуется. Где у них туалет, не знаешь? Алло, Наташка. Нет, пока ничего не выяснила. Да и не надо. Не нужно выяснять. Не нужен нам этот мерзавец. Здрасте, пожалуйста. Как это не нужен? Да вот так вот не нужен. Он бросил Сюзет. И это в то самое время, когда у них маленький ребенок. Не, ну ты представляешь, он даже не удосужился ей об этом сообщить лично. Он письмо по интернету прислал. Он, видели, тебя влюбился. Подожди, Наташа, какое письмо? Я тебе перезвоню. Все в порядке, Соня? Да? У меня всегда все зашибись. Продукты попадают. Мне будет о чем поговорить с твоим мужем. Ты с ума сошла? Отдай пленку. Я отдам, отдам. Мне только очень нужно поговорить с Лолой. А мне очень нужно луну с неба. Ну ладно, ладно, а как ты туда попадешь? Ты опоздала на эту работу на 20 лет. Я опоздала? Я на эту работу опоздала на всю жизнь. Ну, ладно, ладно, ладно. Ты же не пойдешь к Лоле Риткиной нянькой. Ритка кто? Лолкина дочка. Ритка. Маргарита Алексеевна. От нее уходят все няньки. Вчера ушла последняя. А Ритка, она без тормозов. А Лолка все отдаст за то, чтобы... К Ритке кто-то пришел, воспитательницы, даже без рекомендации взяла бы, лишь бы дала бы. Пиши адрес.
дай пленку. А пленки в аппарате не было. Что опять? Сегодня из меня нужно сделать скучную, неприметную тетку. Дашенька Ивановна, если только выколоть вам глаза и выбить зубы, простите, я этим не занимаюсь, не по адресу. Ленечка, давай тройной тариф. Дашенька Ивановна, я себя не на помойке нашел. Скучный стиль – это писк бельгийских дизайнеров, между прочим. Да? Я вас умоляю, а потом вы пойдете по вечеринам и будете там пищать, вон как меня Птицын испохабил. Видал я ваш писк. Я по вечеринам? Ты обо мне слишком хорошо думаешь, Леня? Очень надо, молю, молю. Да уж, действительно. Ну, я офигеваю. Я офигеваю. Спасибо, Ленечка. Если б я мог любить женщину, я любил бы только вас, только такую, необъяснимую. Вы из агентства Мэри Поппинс или нежный возраст? Впрочем, это не важно. Горничная вас проводит. Условия вы знаете, оплата почасовая. Претензии не принимаются. Риточка всегда права. Подай мне вон ту коробку с шоколадом со стола. Знаешь, если бы ты была моей дочкой, то получила бы по первое число. Лежишь? Немытая. Нечесанная. Да еще собираешься на голодный желудок шоколадные конфеты лопать. С ума сошла? Я не могу быть твоей дочкой. Ты моя служанка. Я не служанка, я гувернантка. Все в этом доме мои слуги, understand? Вы еще по-английски говорите? Сама-то английский, это мама так говорит. Understand? В смысле, пошевеливайся, а то вылетишь отсюда к чертовой бабушке без зарплаты. Хорошо, я пошла. Ты куда? Обедать, там так вкусно пахнет из кухни. Алло, пообедает она, а я? Ну, а ты, если соизволишь, умоешься, причешешься, все приберешь и спустишься к завтраку. Ничего себе! Заявочки! Алло, куда? Никому-то я не нужна, никто меня не любит. Няньки злые, мама занята, папа и того убили. Ну все, успокойся, успокойся, моя девочка. Тетя Гувернанка, а ты можешь меня хоть чуть-чуть, хоть недолго полюбить? Ну, конечно, могу. Конечно. Не поймала, не поймала, теперь я за тобой. Ой, это мама для меня, шайзи. Да? Ну хорошо, мы бегать не будем. Значит, знаешь что? Давай играть в прятки. Давай сюда и считай, достал, Миш. Как достань, умеешь считать? Это сколько у меня? До 10. До 10 это мало. Тогда пой какую-нибудь песню, только длинную, знаешь? Про девочек с номерками. Это что такое? Поручик Галина.
Тогда поешь песню, но до конца, иначе я не успею спрятаться. Договорились? Стой! Запевай. А где-то там тройка проносится к яру. Ну что, загрустили мы, юный корнет, а в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в кабинет. Ну что, загрустили мы, юный корнет, а в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в кабинет. А в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в кабинет. Ну все, я иду искать. Нашла. Вообще-то маловато по московским меркам. Ну, больше, чем доллар. Варенье из такой клубники нехорошо варить. Она крупная очень. Такую хорошо морозить. Галя, я с вами душой отдыхаю. Вы такая непосредственная. Ну, а моя жизнь как заминирована в пятизвездочном отеле. А с вами мне хорошо, спокойно. Как на даче, что ли? Какое у вас нестандартное мышление. Хотите, я помогу вам получить высшее образование? Зачем? Мне и так хорошо. Ну, конечно, конечно. Хотите, я подарю вам журнал? Да у меня этих журналов полно. Огонек, здоровье. Крестьянка. Да нет, вы меня не поняли. Целое издательство. А у нас гость, между прочим. Сыромятников. Боже мой, я его что, пригласила и забыла? Он ждет? Вовсе он вас и не ждет. Да ты что? Ой, кучу всякого шоколада нанес, клубнику, шампанское. А Миша где? Да какой-то Миша. Тут видали кто? Банкир-миллионер. Да и на внешность, я вам скажу, получше будет. Ну и ладно. Нас просили замуж выдать, а за кого не уточняли. Ой, да, Миш нам этот наследство достался. Да ладно, не он первый. Да, хоть Маню не по математике потянет, и то хорошо. Идем, идем, не будем им мешать. Миша! Даша, добрый вечер. Вечер добрый, Миша. Что же вы, Миша, не поужинали вместе со всеми, а сидите здесь? Молоко с хлебом. Едите всехомятку, как студент. За студента спасибо, лестно. Да чем же лестно-то? Ну, вы же не сказали, как пенсионер в Доме ветеранов Академии наук. Ну, как пенсионер, это я не знаю. А в нашем доме гостей принято встречать вкусно. Потом, ну, какой же из вас пенсионер? Вы еще жених. Хоть куда. Ой, Даша, бросьте.
Простите. Это вы бросьте, Миша. Бросьте вашу сухомятку и идемте ужинать вниз. Идемте, идемте. Нет, я полагаю, сейчас это будет не кстати. Из-за Сыромятникова? Даша, не стоит. У меня очень много работы. И вообще, я права, я не привык к таким разговорам. Скажите, Миша, вам Галя нравится? Я не думаю о таких глупостях. Ну, да. Галя очень обаятельная женщина. Даша, ну что вы хотите? Ну даже если бы я влюбился с первого взгляда, я никогда бы себе не позволил. Если бы вы что сделали? Даша, я очень рассеянный. Я надеваю носки из разных пар. Я кладу часы в холодильник, а потом разыскиваю их по полдня. А однажды я пришел на работу в 7 часов вечера, полагаю, что наступило раннее утро. Даша, у меня зарплата 4000. О какой Гале я могу думать? А любовь? Да ну какая любовь? Даша, вы что, серьезно предлагаете мне соперничать с этим банкиром? Да у него часы стоят столько, сколько весь наш институт вместе с филиалами. Испугались? Да ничего я не испугался. Просто я привык мыслить логически. Ну и оставайтесь со своей логикой. А жизнь проходит мимо. Это что? Сибирский зайчик. Колобок, вождь краснокожих, кто-то панерчик. Цифры, цифры, цифры. И как же это понять? Да. Думай, Даша. Думай, Даша. Думай, Даша, думай. Так. Колобок. Ну, кто-то толстый колобок. Вождь краснокожих. Какой-нибудь южный человек. Паньерчик. 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 Паньер по-французски корзинка. Как ты мог, Базиль? Так. Ага. И даты приезда совпадают. Базиль. Базиль. Наташа, ты была права. Базиль? Негодяй. Ну да, он был клиентом элитного московского борделя. Видимо, там его и подцепила эта красотка. Ну, теперь я просто обязана его найти. Может быть, он что-то знает об убийстве Никитина. Ну так объеду все московские гостиницы. Ищу своего друга, Базиля Корзинкина. Он француз. Он у вас не останавливался?
К сожалению, нет. Да, он жил у нас, но выехал 3 дня назад. Он, знаете, еще заказал такси, хотел ехать за город в какую-то Горловку. Вот, но оттуда еще не возвращался. Но на следующий день пришли какой-то молодой человек и с девушкой. Будьте добры, ключики от 201-го. Пожалуйста. Спасибо. Вот, и девушка какая-то такая вот эффектная. Эффектная — это как? Ну, чем-то, ну, наверное, даже похожа на ведьму. Волосы, знаете, такие черные, вот. Губы красные. Да-да-да, вы ее знаете? Нет, ну обычно так выглядит ведьма. Скажите, как же вы его вещи чужим людям отдали? Ну, они предъявили паспорт и оплатили по счету. Извините. Оплатили по счету, и я не думаю, чтобы воры стали платить по счету. Логично. Квадрат. Ну, поняла? Нет. Как нет? Ну, не переживай. Ты знаешь, я как раз вот эту тему в школе долго-долго не мог понять. Давай еще раз. Так. Пиши. Здрасте. Аж. Волнуется. Какая у вас тут так. Тишина, идиллия прямо. Галь, ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Понятно? Светка, да ты что, совсем уже? Включи мозги. До жирафа уже давно дошло. Значит, в моих объяснениях есть какое-то упущение. Раз такая умная девочка, как Света, не может понять. Так, давай еще раз. Ну-ка, не так. Не знаю. Я засмотрелась и потеряла счет времени. Немного понимаю. Ну, все. Все. Более, ура. Галя! Галя! Ира, 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 воды! Галя! Галь! Галь! Галя! Воды! Кто-нибудь! Воды! Ира! Ой, Галя, Галя. Еще бы чуть-чуть, и написали бы про тебя в хронике происшествий. Пала жертвой корсета. Так вы же сами мне сказали, ничего не кушать, быть при полном параде и от Миши ни на шаг. Хотя, по-моему, он все равно меня не заметил. Конечно. Потому что ты так затянулась, что тебя не видно было. Еще и смеетесь. Да, смеюсь. Смеюсь. Разве в твоих любовных романах не написано, как нужно завоевывать мужчину? А вы что, Даша, верите всему, что пишут в любовных романах? Верю. Я верю. Да ведь там же все неправда. Специально для таких, как я, которые настоящей любви не видели. И верят всему, что там пишут. Ну, откуда ты знаешь, что неправда? Если сама не знаешь, как на самом деле бывает. А? Я просто рассуждаю логически. Так поздно.
Здравствуй. А что ты так поздно? Мы уже поужинали. Ну ничего, сейчас опять накроем. Не-не-не, ты не беспокойся, я на минуту буквально. Да? Да. Ну, значит, я не знаю, как ты к этому отнесешься, вот, но я подумал. Я считаю, что уже пора. Пора пригласить тебя, если ты, конечно, не против. Нет, я с удовольствием соглашусь. Куда? В театр? Или в ресторан? Лучше в ресторан. Ты мне тогда там подробненько расскажешь о том, как продвигается следствие, ладно? В общем, Дарья Ивановна, я официально вас приглашаю на допрос по поводу дела об убийстве Никитина Алексея Ивановича. Я же уже все рассказала. Зачем еще? Ну, свидетель ты, может быть, и не ценный. Зато как подозреваемый. Ты подозреваешь меня? Да нет. Да. Да-да. Можно? Пожалуйста. Садитесь. Фамилия, имя, отчество. А ты меня не знаешь, Те? Здесь вопросы задаю я. А ваша задача – отвечать. Фамилия, имя. Лала Бриджида. Джина Афанасьевна. Ну ладно, в кабинете никого, кроме нас, нет. Существует процедура допроса. Тогда скажи, почему подозревают меня? Не догадываешься, да? А у кого нашли труп в машине? Ну и что? Вскрыли машину, положили. В Москве каждый день сотни машин вскрывают. Вскрывают? Дашенька, вскрывают для того, чтобы что-то взять, но не положить. Нет, извини. Хорошо. Другие версии есть? Да в том-то и дело, что нет. Врагов у него вообще не было. А друзей? Друзей тоже. Скрытный был человек. Угу. Родственники, жена, дети. Жена. Жена – это дама непростая. По-моему, они сейчас в разводе, но это так, мы подразумеваем, что это фиктивный развод. Есть такая юридическая хитрость по поводу совместного раздельного ведения хозяйства и имущества. А она с ним вместе в издательстве работала? Да нет, у нее какая-то там своя фирма с иностранцами, что ли. А называется «Альбатрос». Слушай, я вообще не понимаю, кто на допросе? Ты или я? Давай, фамилия, имя, отчество. Даша. Эти вот родственники пропавшего француза, они подали заявку на розыск? Нет, Сюзет считает, что он бросил ее, ушел другой. Извини. Я же говорил, что это рано еще пока. Ну, найти-то нужно. На каком основании? Заявки от родственников пропавшего нет. Свидетельства в связи с его с убитым тоже нет. Как нет? Прости. Алло? Наташка! От меня. Что? Привет, что? От меня. Я на минутку. Куда? Туда. Ты сейчас куда? Ага. Ты куда? Даша, у тебя сейчас допрос. Даша!
Самое страшное уже позади. Но Сюзет еще в тяжелом состоянии. Она уверена, что это не просто дорожное происшествие. Машина, которая ее преследовала, была взята на прокат каким-то иностранцем, а документы оказались поддельные. Даша, ее хотели убить из-за клада. Да при чем здесь клад? Я нашла гостиницу, в которой жил Базиль. Но 3 дня назад он съехал. А Лола, хозяйка борделя, приехала и забрала его вещи. Лола? Наверное, она и есть его любовница. Да нет же. Лола была женой Никитина. Слушай, так если Базиль был любовником Лолы, так его запросто могут обвинить в причастности к преступлению? Могут, если ты подашь им такую идею. Слушай, Даш, ты у нас специалист по криминальным историям. Вот скажи, наш друг Базиль способен совершить убийство? Вот то-то. А на внезапный страстный роман вполне. Боже мой, у меня уже голова идет кругом. Даша, в любом случае надо попытаться разыскать клад. Какой клад? Дедушки Базиля? Спрятан здесь, в России? Так значит, приезд Базиля Корзинкина, может быть, связан с этим кладом? Ну а почему тогда Сюзет об этом раньше не вспомнила? Да ей всего хватало. Но вот это вот нападение... А накануне вечером к ним в дом забрался грабитель. Ну, правда, это Сюзет думала, что это грабитель. Он перерыл все бумаги и ничего не нашел. Наверное, не нашел, чего хотел. Даш, он искал карту клада. А она существует? Выслали мне Дьячела. Не думаешь ли ты, что я буду искать сейчас фамильные сокровища Базиля Корзинкина? Конечно, будешь. Если ты послушаешь Сюзет, который лежит сейчас в реанимации, я дочь, которая у меня сейчас живет. Да. Ну, действительно. Пока. Ой, привет. Привет. Какая дружная компания у вас. Мы к экзамену готовимся, у нас контрольный на носу. А где Галя? Понятия не имею. Собственно, что ей здесь делать? Ее же математика не интересует. Ну, хорошо. Сейчас будем обедать. Хорошо. Аля, что такое? Что случилось? Что за новость? Я уеду завтра. Уедешь? Он все равно на меня никакого внимания не обращает. Я уже и так к нему и сяк. Ну, не плачь, не плачь. Ну, просто попался нам такой экземпляр ненадежный. Но все равно в Москве много женихов. Найдем кого-нибудь другого. Вон наш сосед Сыромятников на тебя прям, знаешь, так смотрит, прожигает. Да я его боюсь. Ну, не Сыромятников, так кого-нибудь другого подыщем. Я не хочу другого. Ну, это проблема. Вы даже сами не знаете, какая. Галя, ты влюбилась, Галя. Еще чего? Ну. Майя. Майя, трубочку возьми. Я тебе от Лолы зарплату привезла. Ну, Майя, Майя. А, Господи. Маечки? Да. Она что, ушла куда-то? Мне только вот конверт передать. Никуда она не ушла. Вы звоните. Небось, на балконе задремала. Чё, не... Чё, жара не... 40 градусов. Вот и я удивляюсь. Подождите. Я курить пошел. Смотрю, сидит. Я ей. Здравствуй, Маечка. Она молчит мне, не отвечает. Думаю, заснула, что ли? Что? Come on.
Я покурить вышел. Смотрю, сидит. Я ей: здравствуй, маечка. Она молчит, не отвечает. Ну, думаю, заснула, что ли? Открыла, теперь мы тебя выходим. Хорошо, что вовремя пришли. Еще 5 минут, и был бы тут у нас натуральный экзитус леталис. Ну, смертельный исход. Ну, а так ничего, так просто тепловой удар и тяжкие телесные. Так что это пустяки, это мы вылечим. Держи пока. Не волнуйся. Спасибо. Александр Михайлович, это я. Ну, наконец-то! Ты почему так долго не звонил? Я не знал, что подумать. У тебя все нормально? А? Привет, девушка. Ага, вот же тело. Смотрите, вот, я так и думал. Александр Михайлович, Александр Михайлович. У тебя талант притягивать преступления. Александр Михайлович, мы уже закончили. Угу. Здесь явно не банальное ограбление. Да. Воровать-то у гражданки голоса нечего. Я думаю так. Преступнику нужна была какая-то вещь. Явно маленькая и ему известная. Какая-нибудь бумага, документ. Карта. Что? Ну, это я так про себя рассуждаю. Александр Михайлович, ну вот, Александр Михайлович, она ему эту вещь явно не давала, несмотря на побои. И он ее вышвырнул на балкон. Ага. Сам продолжил поиск. Молодец. Я... Применяешь дедуктивный метод. Иди, я сейчас приду. Молодец. Даша. Пойдем, нам надо опечатать объект. Объект, пойдем. Так, ну что, живешь пока у меня? Пирожки. А, спасибо. Благодаря аппетита нет. Ой,
Такие вкусные пирожки, Ирина обидится. Нет, нет, нет. Я, пожалуй, пойду к себе в комнату. А вы не заболели? Нет, все нормально. Просто у меня сейчас решающая стадия моей научной работы. Голова занята на всякой ерундой. Как интересно. Расскажите. А это вам ни о чем не скажет. Разрешите? Простите, а откуда? И потом, что вы в этом можете понимать? Я профессор кафедры высшей математики Московского университета. А я профессор кафедры высшей математики Харьковского университета. Я этой теме посвятила год жизни. Галя! Ты почему нам не сказала ничего? Вы же не спрашивали. Ты не сказала, что ты математик. Вы сами говорили, что мужчины не любят образованных женщин. Галя, простите, можно вас на минуточку? Можно. На секундочку. Посмотрите. А это что? Спасибо. Что вы на это скажете? Так. Иду, иду. Мам, а может мне тоже ученым математиком стать? С ума сошла? Не, ну правда, Миша говорит, что с помощью математики в жизни можно решить все. И любовь? Да ну тебя, Светка. У тебя одно в голове. Это вам от Наташи. Да, как интересно. Мам, ты куда? Любопытно. Панди, давай, давай, давай сюда. Вот моя собака любимая. Вот. Вот молодец. Дашка, первое, о чем умоляет Сюзет, это никому ни слова. Это должно остаться между нами. Я не собираюсь никому ничего говорить. Надеюсь. Беда не приходит одна. И в довершение всех неприятностей к Сюзет в больницу пришли кредитные инспекторы. И ты знаешь, что оказалось? Что корзинки полностью разорены. Как? Почему? Да потому. Наивная француженка, потому что. Когда они с Базилем поженились, бедная, добрая душа Сюзет дала ему доверенность на ведение всех имущественных дел. Он, Базиль, вкладывал их деньги в какие-то рискованные предприятия и все время прогорал. А бедняжка Сюзет ничего об этом не знала. Я думала, что только мне с мужьями не везет. Ну вот видишь, Костики встречаются по всему миру. Слушай, а ты откуда там в Париже знала, что я буду отвечать тебе в Москве? Да шутка, мы с тобой не один год знакомы. Главное помнить, что от этого клада зависит будущее Сюзет и ее маленькой дочки. Дедушка Базиль, собираясь бежать из революционной России, сделал все возможное, чтобы обеспечить себе безбедное существование на чужбине. Он понимал, что не сможет вывести все свои богатства и очень надеялся, что власть большевиков скоро закончится.
Извини, Наташа, но что-то это очень напоминает твои дамские романы. Нет, дорогая. Это похлеще тех детективов, которые ты читаешь. Ты посмотри, посмотри, что лежит в конвертике. Что мы имеем? Горловка, кладбище, могилка младенца Земцова. Но этого мало. Дашка, ты сможешь. На тебя одна надежда. Ну почему опять я? Земцов. 1800. Вадиль, ты был здесь? А что тут варварствуешь, негодяйка? Отпустите меня. Кто вы? Я-то кто? Я сторож тутшний. А ты какого лешего в могилках хозяев моих копаешься? Так это Корзинкины, ваши хозяева? Да? Ты откуда про Корзинкиных знаешь? Я представляю Международный фонд защиты русской старины. Вот. И усадьба Корзинкиных представляет очень большой интерес для мировой общественности. Ее хотят взять под усиленную охрану. Под усиленную охрану. Понятно. А Прохор, значит, не охрана. Вот ты понимаешь. А меня куда ж? Ну как же. Мы на вас очень рассчитываем. Вы с какого года живете здесь? Я с 905 года тут живу. С 905? Да. Так это ж почти 100 лет. Эх, беда, я уж их не считаю годочков своих. Слушай, дочка, а коль под усиленную охрану, может, и мне зарплат прибавят. Да или хоть дровами дадут. Дровами? Да. Мы вам долларами будем платить. Не, лучше в евро. У евро это и курс выше. Ну, хорошо. Ну, аванс долларами дадим. Не возражаете? Спасибочки. Ну, угощайся, дочка.
А вы вот своих самих Корзинкиных видали? Знал. Меня сколько тогда стукнуло-то? Ну да, 12 годков. Мамонька моя у парня в горничной служила. Парня ее любила. И даже обещала меня, как подрасту, к Ивану, сыну барскому, в лакей пристроить. Эх, хорошая должность. Кабы не революция. Да подождите. Сына барского, который потом во Францию сбежал, Николаем звали, я точно знаю. Николаем одного, а другого Иваном. У Николая не было ни братьев, ни сестер. Вы что-то путаете. Я путаю. Просто история там путанная вышла, не все знают. Интересно. Какая? Расскажите. Какая, какая? Любовная, вот какая. Старый барин Гликерда Федот нарожали 12 душ детей, а в живых остались только двое. Старший сын Андрей и дочка Агриппина, чуть помладше. И как Агриппине исполнилось 16 лет, родители узнали, что она беременная, а из сторонних мужчин в доме был только учитель музыки Земцов. Вот на него и погрешили. Выгнали из дома с позором и без выходного пособия. Как появился на свет ненужный младенец. Все увидели, что родился он беленький, глазки светленькие и точно с таким же родимым пятном, как у родного дяди Андрея. Андрея в тот же день в Москву отправили якобы учиться. А горничная Агриппина зашла к ней вечером в спальню и увидала молодую барыню в петле висящую, а младенца ейного в люльке удушенного. Об этом, конечно, никому не разрешалось распространяться. На дворне поговаривала, что эта старая барыня все сотворила. И похоронили Агриппину как самоубийцу, а младенца ейного как приблуду вот здесь, за оградой семейного кладбища. Вскоре после этого Андрея силком женили. Нашли сироту бесприданную, больше за него никто не пошел. Молва про него все одно нехорошее пошла. Он только день с женой пожил, да и сбежал. Не люба она ему была. А та возьми, да и в срок после свадьбы сына роди, законного наследника. Андрей только на крестину приезжал и опять в бега. Ничего, говорит, не могу с собой поделать, говорит, грани сестру я любил, а больше, говорит, никого не полюблю. А жена опять в срок возьми, да и второго сына преподносит батьке с дедом. Те, конечно, задумались, да и было отчего. Первый-то мальчонка Николай был беленький-беленький, а второй Иван, ну как головешка. Волосы черные, глаза черные, да и характером они были день и ночь. Ну что ж тут поделаешь-то? Сомневаются, конечно, а упрекнуть не могут. Два-то раза сын с женой видался? Видался. Ну а то, что конюх у ней цыган, так это что ж ты докажешь? Так что у Николаша был брат. Враждовали они, правда, шибко. Так что Иван как подрос, его в другое имение отправили, к тетке. Так что как большевики пришли,
Николаша один был. И что же, Иван больше никогда и не появился? Сам-то нет. Боялся, видать, что узнают да донесут. Вот детки его недавно приезжали, Верочка и Алешка. Ходили в сельсовет, справлялись насчет прав наследования. А какие тут права, когда они по паспорту, никакие не Корзинкины, а Никитинами записаны? Никитинами? Как Никитинами? А вот как. И он-то хитрый жук был. Видать, правда, цыганская кровь в нем горела. Исхитрился, да и на фамилию жены паспорт переделал, чтобы большевики его не хлопнули. Был Корзинкин, а стал Никитин. Дед-то, правда, у него неплохие. Алёшка тот не то, не сё, ни рыб, ни мясо. А вот Верочка, Вера Ивановна, та начальница в этом. Ну, где там учителей-то учат? Так они в Москве живут. В Москве, а как? Да, вот это ничего себе семейные тайны называются. Значит, Никитин – это и есть брат Базилия. Ага. Да. Ну, один брат убит, а другой… Наш Базил пропал, забрал клад из тайника и пропал. Зато есть сестра Никитина, Вера Ивановна, стало быть. Может быть, она знает, где Базиль. Обученный вид. Мне кажется, что ты занимаешься расследованием преступления. Да, у меня озабоченный вид человека, который обнаружил в багажнике своего автомобиля. Мы работаем, а такие преступления так быстро не раскрываются. Я не понимаю. Что? Мы тебя ждали. Даже не нарядная совсем. Че, шампанское? Ой, сюрприз приготовили. Только, пожалуйста, без сюрприза. Даша, мне кажется, у тебя проблемы. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Так, вот здесь? Ну, здесь. Вообще-то, вообще-то, знаешь, ты, наверное, прав. Сейчас, я только переоденусь. Дорогая моя, поздравляю тебя с днем рождения. Какие у нас новости? Новости сногсшибательные. Похоже, у нашего Базиля в Москве появились родственники, которые не прочь разделить с ним наследство. Я вот думаю, может быть, Дегтярева подключить? Все-таки у него целое управление. Да, конечно, расскажи. И тогда клад объявит достоянием государства. А бедный разоренный Сюзет получит вместо наследства благодарность от российского МВД. Ты так считаешь? Ну да, конечно, сама справлюсь. Я и не такие дела распутывала. Угу. Целую, пока. Скажу. Ой. 18? А почему 18? А, значит, это не мой. Твой, просто ты у нас, мамочка, самая красивая, самая умная, самая веселая, и поэтому у тебя никогда не будет больше 18 лет. Согласна. Поддерживаю и соглашаюсь. Это надо отметить. Ну, с точки зрения классической математики, это, конечно, нонсенс, но наука не стоит на месте. И вы, Дарья Ивановна, откроете ее новые и новые.
Законный жених. Ага. Спасибо. У меня жизнь. Ну что? Ой! Задуваю. Ура! Что бы тебе подарить такого необычного? Там духи, помады, все это навалом, украшения, ты знаешь, могу вообще не угадать, а вот я решил... Вот. Вот. Что это? Отмычки. Что? Мне подарил их один знаменитый вор. Это когда я его на зону отправлял. Его никто не мог поймать, а я вот, видишь, сподобился. И вот это он в знак уважения. Боже мой, это что это? Это намек? Нет. Даша, почему намек? Это пожелание. Ну, чтобы между нами никогда не было никаких тайн. То есть, чтобы все наши секреты мы могли открыть без всякого труда. Да, вот это подарок. Всем подарком подарок. Мне никто, кроме тебя, такое бы не подарил. Ты научишь пользоваться? Прямо сейчас? Ну, прямо сейчас. А ну пошли. А вы не собираетесь в скором времени жениться? Жениться? Наженька, что за глупая детская фантазия? На наших занятиях ты казалась мне вполне разумной девочкой. Нет, ну правда. Разве вам не одиноко в жизни? Мне одиноко? Да. У меня есть математика, у меня много друзей, коллег. Вот Галя, например, замечательная математика. Миша, Галя не математик. Галя – женщина. И, по-моему, она вам не безразлична. Так что же тянуть? Женька, мне кажется, ты говоришь о предмете, сведения о котором у тебя явно недостаточно. Это называется неполноценное, можно оставить, доказательство. Да это у вас что-то неполноценное получается. Вот уже сколько времени друг с друга глаз не сводите, а шаг вперед сделать некому. Ты, конечно, благодарен тебе за заботу. Ты, Машенька, умная девочка. Но уверяю тебя, нас с Галиной Петровной связывают исключительно дружеские, я бы сказал, профессиональные отношения. Галя, это правда? Да. Да, Машенька, исключительно профессиональные. Я прошу прощения, Галя, что, ну, может быть, я вел себя так, что дал повод, но... Нет, нет, что вы, все в порядке. И потом, сами подумайте, ну какой из меня муж? Семьянин. Мне 42 года, даже смешно, я ни разу не был женат. Поздновато пробовать, правда? А по-моему, вы просто трусите.
жизни. Семейной жизни? Что вы говорите о семейной жизни? Ну, расскажите. Я хотел сказать, что есть люди, которые не созданы для семейной жизни. Да. Да. Есть такие люди. К моему превеликому сожалению. Вы имеете в виду кого-то из наших общих знакомых? Даша, позволь пригласить тебя на танец. Позволяю. Маша, можно тебя пригласить на танец? Прошу. Спасибо, спасибо. Алло, Ленечка? Да? Добрый день, это Даша Васильева. Да, Дашенька Ивановна. Мне нужен имидж. Воинствующая провинциалка. Ой, хорошо, хоть не провинциальная воительница, Дашенька Ивановна. Но надо очень быстро. Дашенька Ивановна, ну я вас умоляю, красоту портить, это не наоборот, красоту наводить. Тут делов на 2 секунды. Но, Дашенька Ивановна, по двойному тарифу. Хорошо, Ленечка, по тройному. Дашенька Ивановна. А где Вера Ивановна? Вы кто такая? По какому вопросу? Вы что, записаны? Сколько вопросов за раз? А вы что думали, к Вере Ивановне просто так, кто хочет зайти, может. Люда, вот это. Хорошо. А это вы, Вера Ивановна? Да, я. А в чем дело? А я из Орловки. От деда Прохора дело есть. Ну, раз дело, проходите. Я бы кофе выпила. Люда, сделай нам кофе. Ну, говорите, что у вас за дело? Я знаю, что вы к нам в Горловку приезжали, в сельсовет. Барским имением интересовались. Ну и документами там всякими. Наследство. Так у деда Прохора важные документы захоронены. Все, все. Больше ни слова. Здесь говорить нельзя. Принесите мне все сегодня вечером ко мне домой. Хитрая какая. Я тебе не насильник. А о цене договориться. Но я же сказала, не здесь, а у меня дома. Не, я так не согласна. Будем здесь договариваться. Ну что, адрес записать или так запомните? Запишите. Приходите сегодня вечером, часам к 9, чтобы я смогла подготовиться к вашему визиту.
Вот. Спасибочки. А как же кофе? А кофе ты сама выпей, чтоб не заснуть. А то вдруг какой интересный разговор прослушаешь. До свидания. До свидания. Дарья Ивановна. Ой, теперь так в Париже носит. Я не знаю, как в Париже, а деревня Горловка очень наносит. Мы кого-то ждем? Мы нет, а вы не знаю. А вот и я. Че у нас двери на отмазку? Меня ждали? Не ждали. Сюрприз. Дашка, ты че так плохо выглядишь-то? Как секонд-хенд одета в какой-то. Обнищала, что ли? Между прочим, так в Париже модно. А. Дарья Ивановна за модой следит. Значит, просто постарела. Шутка. Ну, приглашайте, угощайте. Ой, мамочка приехала. Здравствуйте, дедушка Фима. Ха, какой же я тебе дедушка? Кобыла такая вымахала, а все туда же, дедушка. Я еще, между прочим, мужчина в полном расцвете сил. Верно? Уступи-ка место старшему. Ну, что тут у нас на обед? Мама, так. А я забыла, а он тебе кто? Да. Он первый муж второй жены, отца моего третьего мужа. Хорошо, а зачем он приехал к нам? Это уже объяснить будет сложнее. Ефим Аркадьевич, а зачем вы к нам приехали? Манюнечка, ну что ж ты такая неделикатная девочка? Нет, чтобы просто дедушка Фима по внучке соскучился, вот и приехал. Опять на ипподроме поиграть за мой счет? Это твое любимое занятие в Москве не получится. Ну, не вижу этого. Ну, поздравитесь. Спасибо. А это у нас кто? Почему не представили? Такая пышнотелая, крутобедрая. Я Галя. Ефим. Артист театра, кино и деятель телевизионных искусств. Галя, понимаете, что Ефим не определился, в какой сфере ему работать. Невоспитанная девчонка. Грубая невоспитанная девчонка. У тебя пароля в детстве мало. Даша, я тебе говорю, мужской руки ребенку не хватает. Ага. Булочка. Рекомендую. Очень полезно. Фигуру украшает, толстит. Кушайте. А чего вы кислые такие? Может, не сварение желудка? Так надо после обеда клизмочку, и все нормально будет. Супчик, конечно, ничего, но жидковат. Как там тебя? Запамятовал. Между прочим, меня зовут Ирина. О как! Ты знаешь, что, красавица? Приходи вечером ко мне. Я тебя таким штучкам научу. Агентство «Альбатрос». Чем я могу вам помочь? Вы знаете, я проходила мимо и вдруг вижу ваше агентство. И вспомнила, что как раз на работе я хотела отпуск попросить. Скажите, куда вы мне посоветуете поехать? Видите, у нас не совсем обычное агентство. Мы скорее не отправляем туристов, а принимаем. Да. Какая жалость. Так вы мне ничем не можете помочь? Боюсь, что нет. Извините. Альбатрос? Как заболел? С ума сошел? Я тут одна. Твой сменщик уже ушел, и Лолы нет. Что же офис на всю ночь без охраны останется? Я работаю турагентом. Мой рабочий день уже закончился. Так что я просто закрою, а ты сам завтра с Лолой объясняйся. Все.
его свитер. Свитер Базиля. Это я. Ир, позови Ефима, пожалуйста. Уж не знаю, зачем, но Даша просит вас к телефону. Уйдем, мой хороший. Алле? Ефим Аркадьевич, скажите, вы умеете отмычкой двери открывать? Ты, Дашка, волну не гони. Я чист, как лошадиный хвост, ясно? Ах, вот оно что. Ой, Дашка, как ты была безмозглая, так и к старости ума не набралась. Ладно, ладно, шучу. Так, какую вещь сумки забыла? Розовый? Угу. Ну ладно, диктуй адрес. Ефим не подведет. Ой, ну расскажи, вот расскажи. Я, между прочим, по ее просьбе здесь, в этом дамском бардаке ковыряюсь. И без всякого удовольствия. Просто справедливость торжествовала. Кто самый умный и умелый в доме? Ефим. Кто может Дашу выручить? Ефим Аркадьевич. А подносики туда-сюда таскать? Это любой идиот может. Вы думаете, легко? С утра до вечера пирожки вам пеку, как дура какая-то. А вам все не нравится. Ну, да, пожалуйста, да. Вообще могу уйти. Нравится. Нравится. Особенно пирожки твои нравятся. Просто, Ирка, есть в этой жизни такие вещи, которые может сделать только мужчина. Ну и Дашка, ты это, прибери в шкафчик. Мне еще нужно внутри сейф обследовать. Замочек-то серьезно оказался. Пожалуйста, дело мастер боится. Кто это? Сигнализация! Сначала узнаете из сигнализации, как работает. В следующий раз буду умнее. В следующий, если сейчас менты не загребут. А у меня там... Пять. Машина. Все, уехали. Фима, ты с ума сошел? Идем, идем скорее.
Дашка, рисковая ты девка. Нравишься ты мне. Может, на ипподром завтра рванем? Тебе должно фартить. Ты же знаешь, я не азартная. Кто? Ты не азартная? Ой, ну не смеши ты меня, да. Ну, бывают обстоятельства, которые сильнее нас. Понятно. Я не смогу тебя сегодня довезти до дому. А чё так? Ну, дельце еще одно осталось. Ага. Вот что, Дарья, я тебе скажу. Не знаю, кто там мне племянница, внучка, тетка. Есть такое правило железных лошадников. Если один раз не повезло, больше в этот день не играть, не пофартит. Ну, я же не на ипподроме, а потом у меня дело есть срочное. Я тебя предупредил. Ой! Привет семье. Семье.
Очнись. Очнись. Кто? Я Лена. Не убивайте меня. У меня ничего нет. Я только мусор выносила. Не надо меня убивать. У меня ничего нет. Ой. Боже, Боже, давай, давай, поднимайся. Я думаю. Ну, теперь в лакардинчику. И мы с тобой как огурчики. Ой. Зеленые и пупырчатые. Да ладно, расслабься. И вообще, что ты хочешь? Одинокую женщину везде подстерегают опасности. Не то, что на улице, в доме своем и то боишься. Ты чё боишься? Ты ж всех соседей знаешь. Ох, лучше бы не знала. Вон Тимка, например. Да я его больше любого уличного хулигана боюсь. А это кто? Сын соседки моей, Веры Ивановны Никитиной. Нет, ну она женщина нормальная, и поздоровается все время, и как дела спросит. А Тимка, Тимофей, вечно как волчонок смотрит. Знаешь, институт бросил, с какой-то бабой замужней связался. Темными делишками занимается. И вообще, кто знает, чего от него ждать. Ну ладно, ложись спать, нам главное сейчас выспаться. Спасибо, спокойной ночи. Алло, Манюнь, я останусь у приятельницы. Не у приятеля, а у приятельницы. Что же это такое? Каждый день опаздываю. Есть же люди, которые умудряются все делать вовремя. Лен, тапочки! Господи! Девочка, доброе утро. А мама твоя дома еще? Угу. Тимочка, а что это с тобой? Что это с твоим лицом? Ты кто тебя так? Просто упал. У нас просто эпидемия какая-то. Все просто падают. Лена, а мы там не забыли выключить утюг? Так мы вроде ничего не гладили. Ну вот я и говорю. А чайник? Да вроде я все выключила. Что-то сказать хотела. Фу ты, прям в смысле сбила. А, Тимочка, а как твой Париж-то? Мама говорит, ты в Париж недавно ездил? Мама много говорит. Пойдем пешком. Видала? Прям как волк смотрит. Аж страшно. Действительно страшно. Ну, мне туда. А тебе? А мне туда. Ну, ладно, я побежала. Спасибо тебе большое. Ты мне очень помогла. Вещи постираю, верну обязательно. Ну, ты что-то пустяки. Мы одинокие бабы должны друг другу помогать. Ну, все. Ну, все. Ой, спасибо. Побежала. Опаздываю, опаздываю. Ага. Счастливо. Спасибо еще раз. Что здесь происходит? Что это за шутки? К сожалению, шутки кончились. Что? Я так и знала. Что вы знали? Что ваш сын вор, брачный аферист и убийца. Это она виновата. Кто она? Это гадина Лола. Извините. Лола? Лола Никитина? Она...
Она самая. Да она Тимочку с ума свела. Чаю хотите? Спасибо, не откажусь. А он был хороший мальчик. Хороший мальчик. Обворовал одиноких, несчастных женщин. Все из-за нее. Она денег требовала. Лола? Зачем Лоле его деньги? Ей нужны все деньги. Она у нищего копейку отнимет. Лола – бизнес-вумен. У нее своя туристическая фирма. Фирма. Она знает, что это за фирма. Она находит богатых иностранцев, которые хотят необычных развлечений. Московские аристократки. Бордельт. Не только. Она может отправить такого любителя экзотики в заброшенную деревню, а может в тюрьму за бешеные деньги. Тоже заброшенную? Нет, настоящую. У нее первый муж, Феликс Крылов, начальник тюрьмы в городе Птичий. Она ведь не москвичка, лимитчица. Он на нее работает. Так он принимает нелегально таких вот туристов, как настоящих заключенных. Они там от депрессии лечатся. И потом любая жизнь сказкой покажется. Феликс. Феликс Крылов. Он сам. Так у Лолы, значит, еще и брачное агентство на фамилию Крылова зарегистрировано. Ну, этим занимается налоговая полиция, а я расследую дело об исчезновении французского гражданина Василия Корзинкина. И ваш сын Тимофей – главный подозреваемый в этом деле. Да вы что? Это Лола Базилию Птичий отвезла. О, а вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Нет, нет, все. Я больше ни слова. Да, тогда я иду на Петровку, передаю дело в отдел особо опасных преступлений. Так что встретимся. Подождите. Ну ладно, расскажу. Понимаете, Лёшенька, брат мой, Алексей Иванович, он хотел выпустить в своем издательстве книжку о российских боярах. Ну и там глава про Корзинкиных была. Лёшенька сидел в архивах, поднял документы и выяснил, что у нас во Франции брат есть. Лёшенька поехал туда, познакомился с ним, ну и так, знаете, по-русски. Напились до беспамятства. По-видимому, да. Во всяком случае, Базиль рассказал ему, что его дед здесь, в России, спрятал клад. И что у Базиля так плохи дела, что он хочет приехать сюда и найти этот клад. Вы понимаете, так, по-родственному, душу открыл. Он вам душу открыл, а вы его в тюрьму. Да не мы, это она. Лёшенька приехал и просто так, для смеха рассказал, а она пристала. Это, говорит, наши деньги, мы тоже Корзинкины. И велела Лёшеньке Базили сюда привезти, уговорить, что поможет клад найти. А в тюрьму зачем? Так приехать он приехал. А когда Лёшеньку убили, отказался говорить, где клад. А кто убил? Может, Тимофей ваш? Случайно. Да вы что? Это же дядя родной. Так почему же тогда милицию не вызвали? Да потому что Лола сказала, что как только клад получит, сразу же из России уедет. Ну и что? Как это ну и что? Тогда она от Тимочки отстанет. Вот вы когда приехали и сказали, что из Горловки, я так обрадовалась. Думала, вот он, клад. Наконец-то нас оставит в покое. Спасибо за компанию. Вам спасибо, Михаил. Хорошо я сегодня спал.
Вот что значит железное здоровье, стальные нервы, лев, вепрь, орел. Да вы что? Бутерброд иди сделай. Ну быстро давай. В этом доме этим занимается Ирина. Ирка, грубая, неделикатная баба. Счастье свое не понимает. Такого мужика по мордасам отходила. А я, между прочим, артист. Артист с большой буквы. А ты мне вот что скажи. Ты-то что здесь сидишь? Молодая ядреная девка. И засиделась тут. Эх, повезло тебе, что я приехал. Иди давай быстро собирайся. Сейчас чай допью, поедем. Куда поедем? Зачем еще? На ипподром. Да я там никогда в жизни не была. Вот, новичкам всегда везет. Давай, давай, быстро. Я не уверена, что мне туда хочется. А мне, пожалуй, хочется. А потом на ипподром. Перестаньте, вы меня с кем-то перепутали. Когда я тебя увидел, я потерял покой и сон. Руки, бери руки, я сказал. Помогите! Кто-нибудь помогите мне! О, Боже! Эй, а ну-ка немедленно прекратите издеваться над женщиной. Так, ты математик, иди, иди посчитай, чего нет там. Иди, что ты пришел? Если вы немедленно не прекратите. О! Ой-ой-ой! Что будет-то? А вот будет. Ну что будет? Ты интеллигент поганый. А вот будет. Да я тебе сейчас. Давай, сейчас. Что вы сейчас? Ну что, сейчас? Отдай. Что такое? Чай попил. Что? Да шутка. Давление пошаливает. И что? Спустился чай попить. А этот ненормальный бежал и руками меня драть. Ну ты видела? Даша, ты подумай все-таки, ну кого ты в дом допускаешь? Ты бы хоть смотрела, кто это? Да, Миша, да. Это я? Все неправда. Это все неправда. Вот, Ефим Аркадьевич на меня набросился. А Миша, Миша меня защищал. Кто напал? Что ты гонишь? Мы с Галкой сидели, мирно беседовали по-семейному. Тут пришел, это с позволения сказать, ученый. Набросился ни с того ни с сего. Побои снимать поеду. Что? Побои снимать поеду. Ты кто такой вообще? Что ты сунулся? Что тебе надо? Кто я такой? Я... Я Галин будущий муж. Опа. Миша. Да. И теперь при всех официально прошу Галю стать моей женой, потому что именно сегодня я понял, что Галя – это именно та женщина, о которой я мечтал всю жизнь. Галя, вы согласны? Кто? Я? А я, между прочим, в почву. Молодец. Ну что же, ну давайте праздновать. Ира! Ир! Ирка! Шампунька! Сегодня такой заезд на ипподроме, Даша. Ну ладно, ладно. Из-за
тебя Миша сделал предложение Гале. Угу. Заслужил. Угу. На. Даш. Такой заезд ты. Больше не дам. Ирочка! Даша, а у тебя нашими нет? Нет. А на такси? Слушай, угу. Я пойду собирать вещи, уезжаю в командировку. Так в какую командировку? Вы же не работаете. Да, ты права. А, скажешь, в Париж к детям полетела, соскучилась. А детям в Париже что сказать? Ну, придумай что-нибудь. Не первый раз. Ну что? Может быть, вам одну спальню на двоих приготовить? Ну, я думаю, что... Нет, что вы. Только после свадьбы. Да, Миша? Даша где? Уехала. Куда? Зачем? К детям в Париж. Соскучилась. Странно. Странно. Алло, Петров. Дуй в Шереметьево 2, перехвати Васильеву. Чучу, боюсь я за нее. Ба, какие люди! И на ловца и зверь бежит. Это не я. Ну, то есть я это я, но я ни в чем не виноват. Это самый крупный и самых мелких жуликов, Ирочка. Я-то думаю, куда серебряные ложки-то подевались? А что он тут делает? Родственник. У Даши же много родственников. Отсидеться хотел, да? Ну, я не могу. Ну, давай. Сегодня на ипподроме такой заезд. Секундочку. Ну, такой заезд. Иди собери чего-нибудь. Ну, видишь, человека забирают. А может, отпустите в честь дня рождения? В СИЗО будешь ставки делать, кому какой срок мотать. Где Даша? Спасибо. Ну, можем поискать. Она уехала или нет? А ну-ка, поехали. Искать? Поехали. Вот. Красота. Вы только приходите еще. Это вот для того, чтобы сказать, что с вами все в порядке.
кажется, простите. А мы с вами уже виделись? Но. Вы меня никогда не видел. А чем я могу вам помочь? Мне очень нужен ваш хозяйка Лола Никитин. Если вы насчет туристической поездки, я могу обсудить с вами маршрут. Но. Я должен говорить только ваш хозяйка Лола Никитин. Ну хорошо. Подождите одну минутку. Bonjour. О, вы говорите французский? О, no. Вы мадам Лола Никитин? Oui. Мой друг Пари? Pardon. Он сказал, вы очень красивый мадам. Такой мадам Нет всей планеты. Спасибо. Я думала, что только французские мужчины мастера говорить комплименты. Оказывается, женщины тоже. Так какое у вас дело ко мне? Уф. Могу я говорить тет-а-тет. Это очень приват вопрос. Да, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста. Итак, я слушаю вас. Простите, я не могла вас где-нибудь видеть раньше? Но. У меня великий травм. Я бросил меня, мой мономе ушел. Я имел большой депрессии. Ни один врач Париж не мог мне помочь. И мой друг Жан-Поль, он тоже бил страшной депрессии. Он сказал только Лола Никитин помочь мне. Хорошо, сейчас. Сейчас я расскажу вам о наших предложениях по лечению депрессии. Я все знаю. Я хочу, как Жан-Поль. Я хочу русский тюрьма. Но это VIP. Это двойной тариф. Но проблем. Я хочу русский тюрьма. Город Тичий. Жан-Поль сказал, это самый страшный место на планете. Подождите, но птичья, это же мужская тюрьма. О, хорошо, d'accord. Я хочу мужской тюрьма. Уху-ху-ху-ху. Ну, не знаю. Санитарным инспектором будете по области. Пойдет? Уи. Oui. Так, посмотрим. Ага, костюм нищего из перехода. Это чтобы зимовать в русской деревне. А, вот. Прекрасно. Одевай. Ну, не волнуйтесь. Все абсолютно новое для нашей лучшей русской дизайнеры. Никто не должен вас заподозрить. Все должны думать, что вы действительно медсестра из районного поликлиники. Очень хорошо. Это как раз то, что нужно.
Что-то у вас акцент совсем пропал. Я стараюсь. Вхожу в образ. Мне кажется, наверху все пронюхали. Лолочка! Ой, ну что ты ноешь? Ну что ты ноешь, как баба? Ну, попить не дай лучше. Что-то представилось, что-то почудилось. Уже все, лапки кверху. Ну, давай уже. Одна буду. Лола, ну ты же видишь, я же стараюсь. Я просто не хочу подставляться, Лола. Ой, я француза... Да тихо ты! Француза твоего уже в дом перенес. Что ты тут делаете? А ну-ка, идите в машину. Домой перевез. А я тебе еще человека привезла. Куда я ее-то дену? У меня нет женского отделения. Нам не нужно женского отделения. Я тебе санинспекцию привезла. Я не могу. Лола, я больше не могу. Ну не ной, ну не ной ты, ради бога. Разнылся опять. Я привезла твою долю. Не нужны мне никакие деньги. Деньги тебе не нужны? А что ж тебе нужно? Я прекрасно знаю, что мне нужно. Я все это делаю только потому, что ты меня просишь об этом. Из-за француза твоего последнего. А мне уже сверху звонили, спрашивали, что у тебя за зэк третью неделю в карцере сидит. Лола, кругом враги, они же так и норовят настучать. Хватит, хватит, разболтался. Сколько я скажу, столько и будет сидеть. Бедненький мой. Устал. Устал? Ну, устал, конечно, устал. Я тоже устала. Бегаю, что-то суечусь, все. А сама бы так бы не уезжала бы от тебя. Так бы не уезжала. Не уезжала бы? Конечно, не уезжала бы. Ну, конечно, не уезжала. Так бы не уезжала бы от тебя. Вот так бы не уезжала. Не уезжала. Не уезжала бы, конечно. Конечно, не уезжала. Не уезжала. Конечно, не уезжала бы. Зачем мне уезжать? Не уезжала бы. Лолочка, оставайся, а? А я все повешу назад обратно. Ой, а вот и наш француженка. А че акцент совсем пропал? Стараюсь. Что ж ты, милая, думаешь? Что я буду стоять, спокойно смотреть,
как ты здесь бегаешь, ищешь, рыщешь в поисках своего дружка Корзинкина. Залопотали. Что же делать? Даша, я могу предложить тебе прилечь. Ой! Сторож, ну что? Больно. Очень ударился. Ой. Ты настоящий француз, Вадим. Ну, это лучше ты ложись, а я посижу рядом. Тебе надо беречь силу. Я прошу тебя, ложись. Нет, нет. Ты так долго был в заточении, тебе лучше лечь. Я со свежими силами, а ты устал. Ты немножко отдохнешь, а потом мы что-нибудь придумаем. Я так и знал.
Ты изменяешь мне, да? С этим своим муженьком. Ты что, вообще с ума сошел? Я по делу приехал. За кого ты меня принимаешь, а? Так я тебе и поверил. А что ты вообще приехал? Я заехал к тебе в агентство. Секретарь сказал, что ты клиента повезла. Ну и что, первый раз, что ли? Лола, ты его вчера повезла. Слушай. Что здесь делаешь всю ночь, скажи мне? Да ты напился, придурок. У меня проблема, а ты истерику здесь устроил. Давай убирайся отсюда, я с тобой потом разберусь. Так, нет, ты так, поедешь так, со мной. Да заткни ты его. Так, а тебе что надо? Да тебе сам заткни, надо, а? Если сможешь. Что тебе надо, я сказал? Что тебе надо? Что мне надо? Урод, это я придурок, дай тебе сейчас покажу. Придурок, а? Прекрати, ты серена, хулиганин. Люблю читать детективы, в которых все подробно описывается. Закончился. Какой идиот ездит с пустым баком. Да, как-то нехорошо получилось. Ой, все, Базиль, Базиль. Бежи. Есть, осторожно. Осторожно, ногу, ногу. Куда? Лула, стой! А ну-ка, стой. А ну, стоять. Я тебе сказал. Руки. Стоим. Руки покажи. Не надо. Отпустите. Давай, давай. Руки надо. Больно. Все. Да держи ты. Давай, давай. Давай, давай. Держи. Посильно его запихивай. Стой. Даша. Даша, мы где? Даша, тебе ни минуту нельзя оставить одну. Я просто не подпрыгну. Я остаюсь. Это Вадим, наш Вадим. Даша, меня нельзя. Чёрт, мы куда? Это Базиль! Отпустите его! Саша! Даша, что с тобой? Базиль! Да, с тобой все в порядке, а? Его нельзя! Руки опустите! Это Базиль! Корзинки! Спасибо. Счастье, счастье, счастье. Поздравляю. Да, да. Поздравляю. А теперь расскажи мне, как ты догадался, что я и Базиль Тичев? Мы все-таки профессионалы. Ты следил за мной. Понятно?
Мне нужно повышать квалификацию. Ты все это время следил за мной, а я даже не заметила. Хорошо? Ну, а теперь объясни мне, кто все-таки убил Никитина? Ой, ну хорошо. Никитина убил Тимофей. Он решил убрать дядю, чтобы не делить с ним наследство, и прямо около издательства его и... Бойкий молодой человек. Позаимствовав у второго дяди Базиля французский паспорт, он решил подработать на стороне, обирая наивных одиноких женщин. Причем воспользовался для этого каталогом Лолиного же агентства Гименей. Бойкий парень, но невезучий. Ему все время на пути попадалась ты. Сначала ты нашла сумку Лолы, потом он поверил в твой маскарад и пытался похитить документы деда Прохора, но ничего не нашел, как, кстати, до этого в Париже у Сюзет. И, наконец, в припадке ревности он случайно освободил вас с Базилием. Боюсь, что если бы не он, мы могли бы и не успеть. Лола вас ни за что бы не отпустила бы живыми. Она тебя, Даша, сразу вычислила. Ну ладно, сейчас она там, где должна быть. Скажи мне, а дочка Лолы и Никитина, она где? Ее забрала Вера Ивановна. Я надеюсь, что она воспитает ее намного лучше, чем собственного сына. Слушай, я только не понимаю. Салют! 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 Почему свадьбу надо праздновать под дождем? Народная примета. Да? Галя захотела. Маечка! Да? Как ты тебе? Молодежь, молодежь. Спасибо, уже лучше. Ты моя свобода, дорогой. А ты знаешь, у меня идея. Да. Я могу тебе помочь устроиться на курсы флористики. Да что вы! Да, это ведь как-то соответствует твоей профессии. Да, 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 да. Ну, а от нуждающихся в твоей помощи отбоя не будет. Да. Наша мышка нисколько найдется. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, правда. Вы мне так помогли. А я решил жениться. Да что вы! Что за эпидемия у нас? Дурной пример заразителен. Да. Еще одна свадьба, это хорошо. Я не понимаю, почему дурной? На мой взгляд, наоборот, это очень хорошее дело. Правда, Дашенька? Ну, Александр Михайлович, не знаю. Сюзет, моя любовь, вылетай завтра в 7 утра. Не могу дождаться, когда обниму тебя и мою крошку. Да, ну что ты, все в порядке. Все наши проблемы позади. Да. Люблю, целую. Признавайся, куда ты спрятал драгоценности? Ну? А никаких драгоценностей в тайнике не было. Как не было, а что было? Письма. Письма? Только и всего? Только-то. Ты не спрашиваешь, какие письма? Какие письма? Личные послания императора Николая II к жене. Да ты что? Это же целое состояние. В том-то все и дело. Теперь я смогу поправить наше финансовое положение, и моя малышка будет обеспечена на всю жизнь. А где они были? А они все это время лежали у Прохора за печкой. И он ничего не знал об этом. Ну, почему знал? Сам туда и положил. Я понимаю. Прохор тебя не предал только потому, что до сих пор считает своим барином. Нет. Просто потому, что он хороший человек. Да? Мальчика, да? Да. Обязательно попробуй этот пирог. Ага. Даша, а ты не хочешь последовать их примеру и стать такой же счастливой?